Здравствуйте, девушки. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, откуда вы? Мы из Казахстана. Из Казахстана. Город Астана. Из Астаны. Из столицы Республики Казахстан. Казахстан. Скажите, пожалуйста, знаете ли вы о том, что многим людям в России и многим людям из Казахстана нравится книга «Уроки жонглирования булыжниками»? Да. Не знаем. Да. Не знаете? Нет, не знаем. Скажите, пожалуйста, хотели бы вы прочитать отрывок из этой книги? Хотели бы, конечно. Я читаю саму книги. Готовы прочитать прямо сейчас? Готовы. Давай. Готовы. Девушки, вот только что вы прочитали отрывок из книги «Уроки жонглирования булыжниками». Ваши впечатления? Ваше мнение? Ну, неправильно поступили. А здесь, получается, человек нашел три камня, он хотел подарить радость людям, но не знаю, он куда это делал, три камня, как он? Я что-то не поняла, если честно. То есть не весь смысл книги поняли? Да, не весь. Есть над чем задуматься? Да, конечно. То есть книга заставляет задуматься? Да, заставляет задуматься, потому что я не поняла, он камни нашел, его поймали, потом отпустили, получается. Он опять начал давать людям радость. Как он начал давать людям радость, да? И куда он дел эти камни? Он называл эти камни, как-то я по именам забыла. Три названия. Да, три названия. Получается, его поймали, то ли что его? Что сделали с ним? Не знаю, побили, что ли, или что-то такое сделали с ним? Но он все равно, ну куда... Добился всего его. Да, добился он, кажется, не знаю. Ну, я не поняла, если честно, здесь я... В общем, будете думать над этой книжкой еще? Да, будем думать. Скажите, пожалуйста, чему научила вас эта книга? Какой положительный опыт для себя извлекли из этой книги? Ну, здесь добрый человек, они хотели ему сделать или... Он добрый человек, что... То есть смысл, что надо помогать людям. Да. Его хоть там поймали, его хоть камнями, не камнями закидали, но его побили, то ли там что-то было написано, я вообще забыла. Но по-любому он хотел сделать добрый. Да, он руки не отпустил, но все равно он начал делать добро людям. Скажите, пожалуйста, мнение какого известного и уважаемого вами человека вы бы хотели услышать об этой книге? Уважаемого? Да, мнение известного и уважаемого человека, авторитетного для вас. А кто написал эту книгу? А написал ее В. Смирнов. У него хотел услышать. То есть вы бы хотели услышать мнение автора об этой книге? Да, супер. Хорошо. Скажите, пожалуйста, девушки, как вы считаете, должна ли быть экранизирована эта книга? Хотели бы вы увидеть фильм, снятый... По этой книге? Да, конечно. Почему? Это очень интересно. Ну, людям нужно будет что узнать. Но мне кажется, про жизнь будет. Угу. Да? Скажите, пожалуйста, хотели бы вы, чтобы эта книга была переведена на казахский язык? Конечно. Да. Вы знаете казахский язык? Да, знаем, да. Угу. Ага. Без бүгін сондай керемет кітапты оқыды, ол өте күшті. Осы кітапты осы қазақ тілінде көргіміз келеді. Бұл өмір жайлы кітап, өте керемет, әр адамға керек нәрсе. Сол үшін өзіміздің Қазақстанда қазақ тілінде болған қалаймыз. Бұл кітап өте жастарға өте көмек береді. Өмір жайлы қалай адамды бір-бірімен табыстыру, бір-бірін түсіну, сол арқылы осы кітапты. Керек бұл кітап, қазақша өте керек. Я привела. Да, что... я понял. Ну, не понял, конечно, но я понял, я что что-то очень хорошее, да. Спасибо, скажите автору за книгу. Смирнов. Да, скажите спасибо В. Смирнову за эту книгу и порекомендуйте ему писать еще. Да. Мы благодарим Смирнова за эту книгу чудесную. И думаем, он еще будет писать и писать. Смирнов, өте керемет осы кітапты шығарғанына рахмет. Осы кітапты арғалай жалғастыруын
біз күтеміз осы кітапты, да, ары қарай оқып бітіреміз деп ойлаймыз. Осы өмірдің қалай болғанын, осы ер адамның не туралы айтқанын білгіміз келеді. Рахмет. Рахмет. Это было «Үчі керемет». «Үчі керемет». «Үчі керемет». Очень хорошо. «Үчі керемет». Спасибо вам большое. Снято. Телеканал «Хабар», всем привет. Мы в Питере. Мы хотим, чтобы все парни Казахстана умели жонглировать с булыжниками. Мы прочитали вот такую прекрасную книгу и здесь узнали, что в Петербурге все парни умеют жонглировать с булыжниками. И мы хотим, чтобы наши казахские парни тоже жонглировали с булыжниками. Мы хотим, чтобы вы приехали в Питер и сняли сюжет о том, как в Петербурге жонглировать с булыжниками. Потому что нам, девушкам из Казахстана, интересно на это посмотреть.